в клуб «Калливуд» в Таллине. Какие у меня ожидания? Ожидания, что это будет отрывной концерт. Они к нам приезжали, по-моему, в ноябре. Мне очень нравится там Ильич с тёлочкой. Мне нравится его жена, татарка. У них есть песня «If you want, you can take». Это очень классная песня, очень классный клип, и они такие все на фэшн, Adidas, все дела. В истории Little Big вообще много случайностей, просто снимали видос на 1 апреля. Получилось, что он выстрелил, и все стали говорить, может вы группу сделаете? Но группы все равно могло не быть, если бы нас не позвали на разогрев к The Antwood. Мы такие, воу-воу, у нас нет песен, но у вас есть месяц. И мы написали 6 песен, сняли клипы, они разошлись. Никто не думал, что мы будем на этих песнях зарабатывать, так вышло. Вспоминает Илья Прусикин. Конечно. С челочкой, короче, да, чувак. Да, челочка, все. Да. Концерт закончился, и я в экстазе, мне понравилось. Я не знала большую часть песен, но мне понравилось. Было Give Me Your Mind, My Dick Is Very Big. Концерт был огонь. Так. Но, конечно же, все слэмились, как обычно, но это нормально, поэтому если ты идешь на концерт, то нужно к этому с этим смириться и либо слэмиться, либо просто отойти, чтобы тебя не толкали. Понравилось, что был Томми, снова был Томми, да. Второй концерт с Little Big, и он ничем не хуже, чем первый, наоборот. Так что все было огонь. Как тебе звук? Звук? Ну, я стояла просто прямо возле сцены, и колонки били мне прямо в уши, поэтому я ничего не могу сказать насчет звука. Я думаю, где-то подальше он был намного. Было много народу? Да. Что еще было, Карина? Помоги мне, пожалуйста. Полюшка Поля. Что? Полюшка Поля. Я не знаю такую песню. Полюшка Поля. Да, еще был чувак, очень похожий на Скруджа. Но я не знаю, как его зовут. У него кличка Клоун, если что. Клоун. Хорошо, был Клоун. Он меня задел, потому что я его первый раз в жизни видела. А еще, да, мне нравится... Маленькие карлики, это добрая Олимпия обидится вообще. Олимпия? Олимпия. 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 Она наш у нас карлик. Мне она так нравится. И вообще очень много все были в квартетах. Это так здорово. Старается быть пуси-пуси. Вообще я ждала татарку. Я как это говорила, жена Ильича, но ей не было. И не было этой песни «You Can Take». Почему ее не было? Вопрос. Советуешь идти на концерт Little Big? Конечно, это же Little Big. Ура! Нет. На этом мы заканчиваем. Скажи пока-пока. Пока-пока. Итак, мы едем на грибы. Солнце защитное. Карин, какие у тебя ожидания? Впечатления от ожидания. Какую песню ты ждешь? Все песни жду. Сколько песен ты наизусть знаешь? Много. Все. Я жду популярных песен и думаю, остальное будет туфта. Сколько популярных? Популярные песни 1, 2, 3. У них больше песен, Кать. Одна попа. Например? Да боже, много песен. Ну хорошо. Карин, как ты думаешь, они взорвут концерт? Он растает. Я взорву концерт. Итак, ребята, мы посетили концерт «Грибы». Да. Юля, какие у тебя впечатления? Отличные. Ну, было бы, конечно, у них побольше песен. Да. Ну, а так вообще замечательно. Да, было немножко неловко, что они стали просто повторять. Да, например, когда я была на концерте Томми Кэша, он пел одну песню 5 раз, как бы. Поэтому для меня это было уже привычно. Как вам звук? Ну, могло быть лучше. Народ, народ, контингент. Сколько было народу и какой основной возраст? Были молодые люди около 16 лет, если не меньше, конечно. Они не мешали, так что мне было все равно. Что ты страшно, ты еще пошло. Это пакет, ты не можешь, как собрал нас. Тебя ты не попустачи. Не давай, мой пас.
Марина, как тебе вообще концерт? Тебе понравился? Подожди, подожди, господи. Жду. Да, мне вполне понравился концерт, там был. Какой? Норм. Это Лера Мьюзик, и сегодня мы идем на Лободу, в Cat House. Как ты думаешь, будет трэш? Нет, будет очень весело. Мы познакомимся с кучей народа, да? Сегодня. Ну почему нет? Я не ожидаю встреч со своими знакомыми мужчинами, не думаю, что им это интересно. Но у кого я спрашивала, ты идешь на Лободу? Мне говорили, кто это? Особенно мужчины говорили, мы не слушаем. Кто-то говорил, твои глаза по радио все время крутятся, мы не хотим это слушать. Итак, на что мы идем? На что мы идем? На Лободу. Надеюсь, будет немного людей, и мы сможем пройти прямо к сцене и заснять все действия. Потрогать Лободу за сиськи? Накачанные. Да, возможно. Это просто это посмотрим. Что она там обещала? Мы читали описание. Это было что-то грандиозное, светошоу. Да, грандиозное светошоу на большой сцене. Да, на большой сцене, учитывая, что сцена просто мирового масштаба, мировой масштаб сцена просто. Посмотрим, что она сможет сделать с этой сценой. Я знаю то, что она приехала за 3 дня до концерта, чтобы репетировать его. Откуда ты это знаешь? Вау, а вот это я не слышала. Источник мой личный. Ясно, понятно. Ну, это интересно. Это правильно, она молодец. Это был бит. Почему? Кэтхаус. Это бит. Она сделала все. То есть, как бы она не виновата, это ее вина, что там, как всегда, такой бит происходит. Бит-билет или обычный, я бы выбрала обычный. Я тоже думал, я выбрал обычный чисто, чтобы рядом с Лободой побыть. Чтобы вот так вот посмотреть на ее морщины, которых нету. Да. И вот это просто... Единственное, что мне, конечно, не понравилось, она все время на каждом выступлении один и тот же костюм. Да. Да. Так вот people хавают, зачем париться? Да. Популярити пошло, да, новый альбом, все дела. Какие песни были? Случайно. Да. Твои глаза. Назад нельзя. Я еще молча. Такая сила притяжения твои глаза. Кино любовь. Просто спросила и сейчас я поставлю отрывки, да, песенок каких-то. Да, исполняла все живое, что было очень-очень-очень ценимо с моей стороны. Она искала йоу. Не дождетесь. Она, скорее всего, даже забыла имя нашего города на пару секунд. Она сказала спасибо этому городу, этому городу, этому городу. Я думаю, блин. Это, конечно, классно, что ты приехала, но Таллину, но это хотят. Контингент все-таки был, 30+, потому что у них больше денег на билет, который стоит 30 евро.